Здравствуйте, меня зовут Александр, и это YouTube-канал Садовод Киев. Сегодня мы сделаем краткий обзор заточного станка TECOMEC, модель станка Jolly Evo, мощность 230 Вт. С станком идет 3 заточных круга, 3,2 мм, 4,7 и 6 мм. То есть этот станок точит все цепи, от малых до великих, до дружбовских, от пиковских цепей. Станок сделан полностью из металла, силумина. В общем, это реально, он круто сделан, классно. То есть тут не придраться. В этом станке LED-подсветка, много регулировочных шкал, то есть для стандартной заточки шкала идет. Я так понимаю, это для снятия ограничителя шкала. Прорезиненная кнопка включения идет в этом станке. Тут идет асинхронный двигатель. Гарантия на эти станки идет 3 года. Это упаковка от станка. Красивая, белая, праздничная. По-богатому сделана. Сборка станка идет в Китае. Рекомендация от производителя. Поставки помимо кругов идет еще руководство по эксплуатации. Есть на русском языке. Потом идет для камень для выравнивания круга, два шестигранника, гайка и шаблончик. И сам аппарат. Мы его включим, послушаем, как он работает. Работает он прекрасно, тихо, практически беззвучно. Включили, слушаем. Крыльчатка вращает, его реально не слышно. То есть по сравнению с китайскими станками, польскими, чешскими. В общем, им далеко к этому станку. Выключаем. Так, где-то у него тут была маркировка. Так это не маркируются, так и маковские станки. Дата выпуска пишется маркером, серия маркером. Показываю вам специально для того, чтобы вы, покупатели, не думали, что мы сами наклейки клеим и пишем от руки. Хотя, видите, на станке не написано, что он сделан в Китае. В общем, вот наш краткий обзор станка Jolly Evo TECOMEC. Мы увидели, что идет в коробке, какая с ним поставка, как он выглядит, как он включается. Спасибо за внимание. Под видео будет ссылка на сайт, номер телефона для заказа. Мы даем официальную гарантию 3 года. С вами был Александр и YouTube-канал Садовод Киева. Спасибо. До свидания.